Продюсер проекта «Голос страны» на 1+1 Владимир Заводюк во время публичного выступления на закрытом мероприятии заявил, что романтические отношения между тренерами Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. Фрагмент выступления, во время которого Заводюк сделал это заявление, опубликован на YouTube-канале. История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале 1+1. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину в то, что Дан ею интересуется. История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели 9 и 10 сезоны благодаря этой истории. Мне кажется, что отчасти 9 и 10 сезоны, несмотря на то, что там были крутые участники, выиграл очень сильно при помощи этой эмоции, при помощи этого хайпа, потому что нам удалось сохранить рейтинги и тем самым сделать 9 и 10 сезоны отчасти более рейтинговыми, чем остальные сезоны, заявил Заводюк. Напомню, что Тина Кароль была тренером 8 сезонов шоу, но после завершения 11 сезона артистка заявила, что покидает место тренера. А у меня на этом все. Услышимся!